Вот, друзья, вот. Ну что, вот мы находимся в одном прекрасном месте. Самый интересный момент. Ай, как классно. Друзья, ну что, как всегда, мы опять с вами на связи. Находимся мы уже на Кавказе, в Северном Кавказе, где располагаются красивые, страшные, необычные горы. Почему страшные? Ну, потому что, можно сказать, много историй ходило в этих краях. Но самое интересное то, что мы в этих местах, друзья, вам показываем интересные моменты. Это место, друзья, располагает очень-очень интересную расположенность. Но самое интересное, вот здесь, друзья, находился раньше каменный дом. Вот он, вот что от него осталось. Вот, друзья, следы или котов, или раньше кого-то здесь. Коз, я не знаю. Вот, посмотрите, раз, два, три, четыре лапка. Вот. Ну, какой-то странный след, да? Похоже на маленьких гуманоидов. Ну ладно, это пол интересные события. В этих местах, друзья, скрываются очень-очень интересные моменты. Во-первых, постоянно здесь происходят уникальные моменты. Это вспышки, необычные яркие освещения. И вот что самое интересное, что где я сейчас за мной находится гора, похоже на пирамиду. Давайте я вам покажу, чтобы вам было интересно знать. Вот она, видите? Вот. Вот эта гора как раз и располагает очень интересную историю. Там есть необычная пещера. Местные жители случайно нашли, то есть охотники охотились и нашли необычный момент. Они заходят в эту пещеру и видят уникальные моменты. Но до этого момента там была необычная печать. Третьего рейха, это свастика, все, кто знает, наверное, понимают, опечатано. И после этого местные жители, охотники были в шоке, что они нашли это место. Туда они не заходили, потому что побоялись. Но ситуация в том, что, как рассказали потом другие люди, ученые, которые заходили туда, они нашли необычные моменты. Во-первых, стена то расширялась, то сужалась. Потолок также расширялся, сужался, и пролезть было вообще очень тяжело, как будто это лабиринт. Но что там внутри, никто не знает. Идет очень интересная история, что там еще очень давным-давно располагались артефакты. Поэтому немецкая армия пыталась дойти до этого места, а они дошли. И они забрали эту необычную, но очень интересную ситуацию. Что на самом деле происходило дальше? Дальше происходило так, что их выбили, но артефакт уже был у немцев. Но после этого, когда они забрали, стали происходить странные, необычные явления в этих местах. Про что я имею в виду? Во-первых, стали происходить какие-то необычные вспышки, летающие объекты, взрывы, и опять 5 и 10. Но самое интересное, про это никто ничего не знает, да и вообще никто не хочет говорить. Я к тому, что здесь, друзья, располагаются очень интересные моменты, которые местами скрывают от нас. Но знайте только одно, что это место реально проклято. Необычные моменты, которые происходят в этих местах, это магнитные бури. Множество людей просто могут ссылаться на том, что что-то может случиться. Но во-вторых, здесь, друзья, может происходить еще кое-что-то, летающие объекты. Но часто их здесь видят или нет, это мы сегодня разберемся. Но из-за того, что это место и правда интересное, засекречено, друзья, я хочу сказать только одно, что реально здесь, в этих местах, происходят уникальные моменты. Посмотрите, где мы сейчас располагаемся. Очень-очень опасное место и очень интересно. Если сравнивать холмы, это, друзья, очень странно. Вот посмотрите на очень интересный артефакт, который, видите, вырез. Как можно в каменном это вырезать? Это тоже интересно. Это вот от того, что я сейчас вам говорю. Просто множество наших читателей и подписчиков не понимают ситуацию. Вон располагается еще хребет один интересный. Давайте вам покажу все это.
отдаленность. Вот, посмотрите, что вокруг нас происходит. А вот, что самое интересное, вот эта гора. Но есть еще одна гора, друзья, вон. Мы сейчас вам покажем ее сблизи. Вот она. Теперь самое интересное. В этих местах часто можно видеть самолеты, вертолеты и военных. Но их мы можем только увидеть в том месте, когда темнота будет. Сейчас вы не увидите. Здесь идет патрулирование, что-то еще. И много чего дальше можно увидеть. Блин. Да, грязи здесь, друзья, очень много. Блин. Но это опять же полбеды того, что я хочу вам сказать. Дальше есть еще одна пирамида, вон. Она скрывается, вон, маленькая, но она находится очень в хорошем таком месте. И за последнее время, конечно, люди начали создавать очень интересную структуру. Там есть военная база и там есть аэродром взлетный, такой неподалеку. А здесь, что самое интересное, то, что это как специальный момент, место, где можно видеть всю эту картину. Но самое интересное, это то, что военные просто скрывали это место где-то лет, наверное, 20. Потому что еще в 2000-х это место уже начало набирать огромную и необычную структуру. Просто, представляете? В этих местах просто происходили уникальные моменты. Но когда немцы забрали этот артефакт, здесь стали происходить какие-то странные лучи, необычные вспышки. Я об этом уже говорил. И мы попытаемся сегодня что-то заснять, что-то показать. Я надеюсь, вам понравится, потому что за последнее время мы много чего интересного рассказываем, показываем. Ну и вы, конечно, друзья, не ленитесь, ставьте лайк, потому что что происходит в таких местах, это не так часто вы видите на нашем канале. Да, еще и ветер такой очень сильный сейчас начинает появляться. Но я не к тому, что мы сдаемся. Мы наоборот, друзья, начинаем наш очень удивительный момент истины. И вот в таких красивых местах, в которых сейчас мы находимся, я надеюсь, вам будет очень интересно и классно. Поэтому вы не забывайте, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, наслаждайтесь нашими интересными путешествиями. А все это я буду показывать, конечно, вам. Только вы увидите у нас в таком необычном месте красивые горы, красивые пейзажи и очень странные аномальные места. Так что я, друзья, с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. А мы этот город покидаем и идем в другую сторону.